что видят, о чем говорят жители оккупированных террористами городов. Чтобы узнать об этом, мы каждый день дозваниваемся в Донецк и Луганск. И вот что нам рассказали люди сегодня. Давайте послушаем. Вроде как тихо, спокойно относительно, но все очень странно, и все на пределе. В Донецке появился, в одной из кулинарий появился ценник там и в рублях, и в гривнах. Начали появляться республиканские банки. Это ДНР. Людей в магазинах в аптеках маловато, очень все дорого. Радует, что в конце концов развивают, и вот очень недовольство по поводу ДНР. Вот это я слышал. Повсеместно. В транспорте уже вот по-другому говорят. И ругают этот ДНР направо-налево. Полууголодные пенсионеры, которые ходят по улицам, там, там где денег просят, платки какие-то, валенки продают, члены правительства ЛНР, вся дружба вот, там и ресторана, и там исключительно россияне, начиная от концертов, там заканчивая там, ночью проститутки приезжают в одном из кабаков. Чеченцы поссорились с ополченцами, и после того, как ополченцев выкинули из кабака, они через час или два приехали, кинули гранаты в это заведение. Беспредел.